Мы продолжаем знакомить вас с новостями. Незаконная торговля. Активисты молодой гвардии отправились в рейд вместе с чиновниками. Народные ревизоры проверяли места продажи новогодних деревьев, что в Кировском районе. В ходе акции были выявлены грубые нарушения пожарной безопасности. Более того, не на всех точках продавцы елок смогли предоставить документы, которые подтверждают их законную реализацию. Отметим, что на легальные елочные базары поставляются деревья из проверенных лесхозов. На владельцев-нарушителей составили административные протоколы, а одну торговую точку придется закрыть. По итогам мониторинга было выявлено несколько нарушений. Одно из которых – это отсутствие огнетушителя. Продавцу на точке продажи елок был выписан административный штраф. И второе – это вот за моей спиной находится незаконная точка, на которой не имеется никакой разрешительной документации на продажу елок.